Никол Пашинян и Ибрагим Раиси обсудили вопросы расширения армяно-иранского сотрудничества. Россия готова вносить вклад в процесс нормализации обстановки, в том числе через запуск совместной работы по делимитации и демаркации. Представитель МИД России прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе. На полигоне российской пограничной военной части в Сюнике пройдут учения со стрельбой. Министр обороны Армении Аршак Карапетян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Макрон и Алиев отметили важность усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросе установления стабильности в регионе. В Турции из-за природных пожаров эвакуировали персонал тепловой электростанции. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 329 случаев заболевания коронавирусом, 179 человек выздоровели, 7 скончались.